Итак, добрый день гостям, подписчикам моего канала. Сегодня я начинаю раздел из нескольких видео частей. Сегодня я покажу, как бороться с муравьями. Некоторые методы в первый раз я внедряю экспериментально, потому что очень многие в комментариях пишут, что манка действует, хотя вот здесь у меня у некоторых соседей не действует, потому что надо думать, что у нас рядом лес, что у нас муравьев очень много и участок очень большой. Так что сразу скажу, что вывести их невозможно, но можно их на какое-то время с участка выгнать, чтобы они ушли. Вот я снимал до этого обзор, у нас муравьев после последней вот такой вот, когда я их потравил, я муратоксом, муравьедом травил, их на участке не было ровно 3 года, под час опять вот начались эти муравейники. И я скажу, некоторые методы проверены, некоторые методы вот только сейчас начну и покажу, у меня будет 4 получается 4 части, 4 видео, а потом будет видео, я буду рассказывать. И смысл в том, что сейчас я первая часть видео это будет манка, вторая, например, уксус, потом муравьед, муратокс и порошок. И в конце я расскажу, что лучше помогает и что на бюджетнее и дешевле. То есть мы в этом видео я сыплю, например, муравейник манкой, и мы на следующий день проверяем, в каком состоянии муравьи, потому что муратекс и муравьед на следующий день уже, например, который препарат я уже много лет пользуюсь, на следующий день муравьи уже все мертвы. И давайте начнем. Возьмем маночку, манную крупу. Посмотрите, вот мой эксперимент. Манка написано. Вот он, муравейник. Посмотрите. Надкопнули хорошенько. Всю засыпать не будем. И посыпем вот так вот манкой. Потому что все это уже достаточно дорогое удовольствие. Перерасход. И все. На следующий день я покажу, что произошло. Так. И вот посмотрите, следующий день манка. Муравьи никуда не ушли абсолютно, посмотрите. Нормально себя чувствуют, лазят. То есть абсолютно дорогое и бесполезное средство манка в борьбе с этим муравьем. Кто скажет, посмотрите, они кишат. Кто скажет, что там они уходят не сразу, мне такое средство не нужно, чтобы уходило не сразу. Мне нужно на следующий день результат эффективный, чтобы муравьи уже были все мертвые, и ни одного муравья не было в муравейнике. Это средство неэффективное. Я как рыбак, тем более, что манку я лучше использую в рыболовную прикормку, а не буду тратить вот на эту ерунду, потому что у меня есть эффективное средство. Сейчас следующее видео, одно из следующих видео я проведу топ-5 и расскажу, какое средство самое бюджетное и самое эффективное. Манка не работает, а ставлю ее в черный список, потому что мне нужен эффект на следующий день. А через неделю, не через неделю, не через месяц, не через год, а именно на следующий день. Итак, на сегодня все. Всем, кому понравилось, как всегда, подписываемся, ставим лайки. Всем пока!